поделиться с вами. Вот эту книгу мне подарили несколько месяцев назад. «My Cat Likes to Hide in Boxes». Это книга, которая впервые выпущена в 80-х годах, британская. Это супер популярный бестселлер, одна из самых популярных детских книг в мире. Она просто потрясающая. Тео ее обожает, хотя она от 3 лет. Он обожает ее от, наверное, своих 5 месяцев. И вот эта книга тоже одна из самых популярных в мире, где-то вот наклейка, 2 миллиона копий ее продано, уже даже больше. «Жирафы не умеют танцевать». Великолепная книга. Так же, как и та в стихах, она более сложная, чем про котов, но она совершенно потрясающая. Она очень классно, ритмично звучит. Дети любят безумные стихи, потому что они ритмично звучат. И история красивая, когда он будет уже в состоянии понимать слова. Я думаю, что он будет захвачен историей. Добрая, красивая книга. Просто, просто класс. Сейчас у нас новая любимая книга. Вот так вот. Даже не знаю, пока она у меня, конечно, самая любимая. Книга была дорогая. Эту книгу я купила, когда еще Тео даже не родился. Она стоила 250 крон, ребят. Еще и доставку я платила из Англии. И просто вообще никак. Эта книга безумно популярная, мировой бестселлер. Ее захваливают все англоязычные родители в интернете. Он вообще ее терпеть не может. Ничего в ней он не смотрит, ничего. Поэтому я ее пока оставляю, не продаю. Возможно, когда он станет старше, ему будет интереснее, но так... Ничего вокруг нее ему не нравится и не интересно. Приехали в торговый центр ДБК. Здесь есть несколько детских хороших магазинов. Нам надо кое-какие игрушки купить и носочки купить малышу. Тепленькие уже из всех тепленьких повырастал. А еще все-таки довольно холодно на улице. Так что какие-то такие вещи, а потом в центр поедем. Мы же сошлись в том, что мы нашли лучшие снаки в мире. Полностью натуральные снаки, испанский хлеб. Называются они бокадитос. Это супер вкусно, супер натуральный. Тут вообще никакой химии нету, ничего. Запеченные в духовке просто хлебчики с помидорками и базиликом. Это лучшие снаки, которые мы когда-либо в своей жизни ели. Мы сидим в ресторане, и официант принес нам свою собачку. Тут мой сынок, муж пошел заказывать десерт, и мы празднуем. Итальянский ресторан Dolce Menta всегда такой красивый, они так часто меняют свои декорации, всегда очень красивая еда, потрясающе красивая всегда вообще. Как
классно продлеваются дни. Мы ходим в одно и то же время, все время на плавании. И смотрите, было всегда темно, теперь супер светло вообще. Русский магазин. Попила газировку, аж слезы потекли. И купила буратино себе. Увидела, пока сушки покупала, реально лет 20 не пила. Вкусно. Какая погода, я уже шапку сняла. Иду в теплый курс, уже хотела бы что-то полегче, какое классное было сегодня. Мы все еще гуляем. Уже полгорода обошли, кучу дел порешали, покупки сделали. Сынок спал, сейчас проснулся, едет любоваться городом. Тут у нас просто семимильными шагами растет вокзал новый по проекту Заги Хадид. Чему я очень рада, что наконец-то приводится все это в порядок. Здесь есть лифт, вы можете в Lidl спуститься на лифте, если вам... Так, я забрала евроключ, если вы его хотите, то нужно написать на сеть про родину, выбрать ваше место жительства и по вашему месту жительства написать, если вы в Праге, то вы попадете сюда же, по Ларска 24. Вот он дается до 3 лет ребенка, если второй ребенок, третий, там все время продлевается, если нет, то возвращать нужно. Если потеряете ключ, 400 крон будет стоить новый. Так дается бесплатно, но если потеряете, то 400 крон. Вот так. Что со стороны просто даже своего небогатого опыта? Такие дела. Улица Турмашска. Такая важная очень улица для нас. Когда мы только стали веганами, 12 лет назад мы попали в большую веганскую тусовку, и здесь был огромный веганский ресторан, самый первый в Праге. Вегетарианские были уже и до этого, а веганский был самый первый. Там была очень вкусная еда, торты были, когда еще торты было вообще невозможно веганские найти. Это был ресторан Лагенхат, теперь их очень много во всей республике. Они уже достигли невероятного уровня, у них на празднике заказаны пирожные, торты, уже у них выпечка просто потрясающая, и еда очень вкусная, и все. Ну вот здесь прямо вот, где теперь магазин для парикмахеров, был самый первый. Теперь уже не здесь, но здесь рядышком, где-то 5 минут ходу, большой, двухэтажный, с магазином и рестораном есть. И вообще их, наверное, штук 8-10, я сказала, что видела цветение, и вот уже цветы. Что это конкретно цветет? Я видела до этого вишни. Это я не знаю что, но цветет. Я не могу нарадоваться просто в этой погоде. И это мы солнышко. Это классно. Я уже через нее уже видела, что в некоторых местах вишни цветут. Национальный музей. Я там недавно была. Впервые после реконструкции, хотя реконструкция довольно давно закончилась. Очень круто. Красиво сделали. Все просто лучшие элементы подчеркнули, все очень аккуратно, очень изящно, благородно, и многие места роскошно даже сделаны.